День строителя. В нашем городе отмечается практически закладки первого колышка станции. В последние годы митинг в честь этого профессионального праздника переместился к подножию памятника первостроителям Десногорска. Именно сюда приходят те, кто посвятил свою жизнь стройке нашего города, и те, кто хочет сказать слова благодарности за их труд и участие в рождении Десногорска. 10 августа на торжественный митинг, посвященный этому празднику, пришли те, кто стоял у истоков создания самого молодого города Смоленщины. Поздравляли первостроители депутат Смоленской областной думы, почетный гражданин Десногорска Михаил Лосенко, заместитель главы Александр Новиков, исполняющий обязанности заместителя директора станции Валерий Исаев и заместитель начальника управления капитального строительства Николай Сотников. Все они благодарили создателей нашего города и поздравляли с праздником. От себя лично, как от молодого поколения города, хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы построили такой замечательный, самый красивый на Смоленщине город. И сегодня, оставаясь в строю, вы помогаете нам не только добрым словом, но и зачастую очень быстрым делом. Спасибо вам большое и с праздником вас. Строители, созидатели – это основная, ключевая профессия у нас в России, на нашей Смоленщине. И вспоминается лозунг и девиз Смоленщины прошлого века: «Живешь на Смоленщине – будь строителем». Строители – ветераны обеспечили своим трудом среди лесов и болот строительство нашего родного города Десногорска, строительство нашей Смоленской атомной станции. Низкий поклон вам, ветераны-строители, за ваш трудовой подвиг. По завершении митинга все присутствующие возложили к памятнику первостроителям цветы и направились к бюсту руководителя строительством Десногорска и Смоленской АЭС Борису Михайловичу Реве. Он стоит во главе центральной дороги нашего города, и за ним символично видятся корпуса атомной станции. Борис Михайлович работал начальником стройки с 1978 года, строил город и пускал все три блока станции. Около памятника прошел небольшой митинг, и все участники возложили к нему цветы.